Не все высокие и стройные девушки мечтают стать моделями и актрисами. Ангелина Долинная, учащаяся детско-юношеской спортивной школы «Виктория», мечтает о большом спорте. И каждый день целенаправленно идет к своей мечте. Мне всегда нравился волейбол. Я долго думала, куда же мне пойти, но решила пойти на него. Он меня заинтересовал чем-то. Ну, все началось где-то с третьего класса. Мой тренер, самый первый, Тихая Вероника Юрьевна, пришла к нам в школу и набирала учащихся в эту секцию. И я попросила маму, чтобы она меня туда отдала. Жизнь спортсмена – это тренировки, сборы, соревнования, поражения и победы. Не просто уловить момент для интервью с Ангелиной, новой звездочкой спортивного небосклона курорта. Ее победа – это гордость для всех горожан. Сборная края и сразу победа. Очень трудно, когда ты сборная Краснодарского края, у тебя большая ответственность на тебе, что ты должен защитить и помочь команде. У Ангелины грандиозные мечты – попасть в сборную страны. А почему бы нет? У каждого есть шанс и возможность. Главное – трудиться и стараться, и идти к этой цели.